Дорогие зрители канала «Марина Цветы», нашествие брюхоногих моллюсков, это слизни и улитки, продолжается по нашим дачам, огородам, цветникам, по нашим усадьбам. Я снимала уже очень-очень много видео о борьбе со слизнями, которые использую в своем огороде. И вот в этом году я предлагаю вам вместе со мной использовать такой парадоксальный вроде бы способ, но он действенный, он проверенный моими знакомыми, и я надеюсь, что он поможет и вам. Очень хочу, чтобы вы этим видео обязательно поделились в соцсетях, в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке, обязательно на Ютубе и обязательно в комментариях. Потом расскажите, какой будет результат. Потому что способ очень дешевый, очень действенный и парадоксальный. Потому что мы будем с вами использовать обычную муку из кукурузы, которую вы можете купить в продуктовом магазине или даже мелкую кукурузную кашу. Слизни с аппетитом кушают угощение, но их пищеварительная система не может переварить кукурузу, и в итоге они погибают. Этот притягательный продукт служит им как пиво, он притягивает как наркотик. Но вот такая смерть для гурманов является губительной. Погибнуть от вкусной еды хотя бы будет не обидно. Попробуйте этот метод, он очень парадоксальный, но он безвреден для нашего сада, огорода, для цветников, потому что вот эти вот брюхоногие моллюски, разносчики грибковых, бактериальных заболеваний, и паразитарные проблемы могут быть и у животных, и у птиц, которых вы, домашние птицы, выпускаете в огород, поедая слизни. Это очень-очень опасно. Конечно, вы можете использовать и пивные ловушки, безусловно, и сухую горчицу, расстилать различные ловушки можете использовать, но я думаю, что вам этот метод понравится. Вы обязательно запомните канал «Марина Цветы», подпишитесь, поставите значок колокольчик оповещения, чтобы не пропустить очень интересные и важные видео. Просматривайте видео по тематикам, особенно плейлист «Дедовские рецепты», которые очень актуальны в летний период. Спасибо, что вы были со мной. Я очень бы хотелось услышать от вас результат моего совета, и я надеюсь, что мы с вами победим эту эпидемию, которая вот много лет распространяется на наших участках. Поэтому слизни не будут появляться у вас вновь и вновь, значительно сократится популяция, и, пожалуйста, делайте это неоднократно, просыпая кукурузную муку или крупу по своим грядкам, под растениям, ну, можно с интервалом в 2 недели, в 10 дней, и это будет достаточно хорошо для профилактики и для уничтожения и слизней, и улиток.